вами обсудили за этот месяц огромную кучу самых-самых-самых разных вопросов по биологии. Молодежникам вашего возраста, если я не ошибаюсь, некоторые из вас ведь после 4-го класса, да? Я прав? Я 7-го класса. Ну, вы просто старик, ветеран, я бы сказал, аж целый 7-й класс закончили. Ведь во всей нашей группе никого старше 7-классников не было. Ангелина. Ну, Ангелина не считает. Ангелина могла здесь и не быть. Это редкое исключение, когда человек провел здесь некоторое время и, с моей точки зрения, не получил совсем ничего. Ну, ей это не интересно, не нужно, ее право ей. Наверняка интересны и нужны какие-то другие вещи. Мне не очень понятно, зачем ее вынуждали здесь сидеть все это время. Но она сидела тихо, никому тут не мешала. Но несмотря на то, что все вы вполне умны, у меня сложилось впечатление, что за этот месяц проведен нами с вами не зря, а всего в головах достаточно много и достаточно хорошее упражнение получили ваши мозги. Не знаю, как вам, мне этот месяц понравился. С вами мне было интересно работать. Вполне. Подобного типа работы здесь, вероятно, ну, если все будем живы, если все будет нормально, попробуем продолжать. В следующем году попробуем сделать курс по морфологии животных. Попробуем разобраться с общими принципами построения тела животного. Понять, как создаются эти конструкции. Чтобы понять, в какую сторону могут происходить изменения, а в какую сторону изменения, в общем-то, маловероятно, а некоторые вообще запрещены. Чтобы понять, какие реальные особенности тех или иных животных, откуда они берутся. Вообще-то морфология – это уже такой высокий пилотаж биологических наук, формально биологических. Но попробую это сделать в такой форме, чтобы для вас это было не безумно сложно. Совсем простой игры не обещаю. И мне теперь было интересно ваши какие-то пожелания. Вот давайте несколько минут подумайте, а что бы вам хотелось, скажем, из вас? Может, побольше чего узнать о органах человека? Органах человека, анатомии и физиологии человека. Да. Ну что ж, возможная вещь. Только, Володь, я думаю, имеет смысл сделать вот как. Как по-вашему? В каком порядке идти правильнее? Сначала разобраться с позвоночными вообще, а потом возиться с человеком? Или сначала разобраться с человеком, а потом возиться с позвоночным животным? Сейчас с позвоночным, а потом с человеком. А почему? Потому что сначала. Потому что не проще. Ох, ничего себе. Потому что человек. Вот она, мания величия. Мания величия в чистом виде. Там человек, да, просто замочного. Да, ребят, мы не более чем один из вариантов позвоночного. И толком-то разобраться можно в одном единственном случае, если общий принцип понимать. Ну хорошо, мы такой вариант. А возможно еще такой, 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 такой. Только в этом случае можно разобраться с тем, откуда берутся наши человеческие патологии, откуда берутся наши человеческие особенности. Еще можно, например, еще продолжить про аллели и гены. Про аллели и гены. Ну, это может быть такой занятный курс по современным методам биологии. Мне надо сказать, целый год надо думать и работать, потому что сейчас такие методы, что взять их и объяснить пятикласснику сход, попробую подумать. Если удастся, то сделаем вот такой курс. Ну, зачем наш...